О самых громких ЧП в Башкирии в проекте «Тревожная кнопка». Студия Анастасия Жилкина. Здравствуйте. В Уфе мужчину обвиняют в нападении на полицейского. Странную картину увидели соседи из окон. Обнаженный уфимец с маленьким ребенком на руках гулял по улице. Они и вызвали полицейских. Выяснилось, что мужчина избил супругу и двухлетнего сына. Девушка успела убежать, а вот ребенок остался наедине с неадекватным отцом. При задержании сотрудниками полиции невменяемый ударил правоохранителя деревянной доской. По некоторым данным, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Против него возбуждено уголовное дело. Огонь полностью уничтожил торговую точку с фруктами в Уфе. Кадры пожара ларька на улице Краснободской появились в интернете. Как предположили очевидцы, по всей вероятности, это был поджог. Спасти имущество и продукцию не удалось. Серьезная авария с участием мотоциклиста произошла на проспекте Октября в Уфе. Как сообщают очевидцы, байкер начал движение на красный сигнал светофора на заднем колесе, после чего въехал в разворачивающийся легковой автомобиль. Подробности уточняются. А вот другой мотоциклист, несмотря на превышение скорости, помог слепому перейти дорогу. Кадры доброго видео появились в сети. Мотоциклист перегородил дорогу автомобилем, и человек с ограниченными возможностями успел спокойно перейти в проезжую часть. Это был обзор ЧП в Башкирии. На этом у меня все новости. Берегите себя.